Дорогие друзья, мы начинаем серию новых семинаров, которые будут посвящены висцеральной мануальной терапии. Дело в том, что висцеральная терапия, она практически не входила в программу мануальной терапии. Потому что, ну что такое внутренние органы? И как определить их, нужно с ними работать или не нужно с ними работать? И как провести диагностику? Теперь у нас есть висцеромоторные рефлексы. Мы можем определить по тонусу каждой мышцы, имеется ли поражение внутреннего органа до того, как у него возникает клиническое состояние заболевания. И каждому внутреннему органу есть конкретная мышца, по которой мы можем определить состояние органа, проблема у него механическая или химическая, и что необходимо сделать, чтобы восстановить человеческое тело.